Проблема цивилизованных парковок для автотранспорта стоит в Магадане давно и остро. Сложившаяся городская застройка областного центра не была рассчитана на столь значительный рост числа личных и коммерческих автомобилей. Таким образом, одна проблема порождает другую. Людям просто негде ставить свои автомобили, из-за этого многие паркуются на газонах, детских площадках и в иных запрещенных местах. Однако закон есть закон. За парковку автомобиля там, где запрещено, полагается немалый штраф. Ситуацию вечернему Магадану прокомментировал руководитель отдела управления административно-технического контроля мэрии областного центра Андрей Морозкин. В данном моменте мы наблюдаем скопление транспортных средств, которые вот в настоящее время находятся на территории зеленой зоны, то есть это называется у нас газоном, отделенная бордюрным камнем. То есть тоже это можете видеть. Правила благоустройства, действующими на территории муниципального образования город Магадан, такая стоянка транспорта, она категорически запрещена. Это касается не только газонов, но и детских площадок, спортивных площадок. Также подпадает под эту категорию парковка транспортных средств, которая мешает проезду специализированной техники, техники, которая осуществляет уборку, вывоз мусора с контейнерных площадок, а также уборочная, пожарная, скорая помощь, то есть вся спецтехника, которая работает в аварийном режиме, например, там для проведение каких-то необходимых для города работ. Ответственность за этот вид нарушения предусмотрена достаточно высокая. Например, за парковку на газонах ответственность установлена статьей 6.20 Закона Магаданской области об административных правонарушениях и предусматривает штраф на гражданина от 3 до 6 тысяч рублей. При этом данная норма не предусматривает предупреждение как более мягкого вида наказания. Сразу налагается штраф как минимум 3 тысячи рублей. На должностных лиц штраф больше от 6 до 30 тысяч рублей. А на юридические лица от 20 до 80 тысяч.